Я не понял, что это за прикол на самом деле был. Что стрим отрубился, потом продолжился. Прям очень-очень странно. Причем он продолжился потом отдельной трансляции. Вот что меня еще напрягло. Обычно там, если он прерывается на какой-то даже там на 10 да, секунд, а потом в ту же трансляцию переходит. А тут что-то нет. Сейчас я разберусь с этой проблемой. Здорово вам, спасибо за водичку. Сейчас, да. Потерпите минутку. Просто хочу понять, что это за проблема такая была. А, трансляция. Сейчас. Мне это не понравилось. Защита при разрыве связи стоит. Трансляция прервется, автоматически указывает зрительное время на изображение, считай, извините, на планке основное отключение, включение игры, вот требуется хороший энкор, это есть. Странно. Очень-очень странно. Да, будем считать, просто какой-то баг произошел. Причем, блин, баг походу на Твиче. Потому что интернет у меня ничего не обрывался. Так, ладно. Загружаем сохранение это. Опять этот момент с вами повторим. С операцией. Чё, как ты, Алан? Как тебе день прошел? Как выходной в целом? Дипония, да, Дипония давно не было. Поэтому решил сегодня ее запустить. Так, опять, короче, все убираем быстренько. Червяк настырный, блин, а? Все, да. Собираешься там. Так, поехали. Легкая. Ставили. Кишка. Так, затем сердце. Непонятный орган. Ау! И какая лупок. Что там может быть такого важного? All done. Close him up. Нашивайте. That went really well. Don't you think so? I'm about to be sick. Oh, stop fetching. After all, I saved your life. And I even got myself a keepsake. Here. Oh, yuck. What's that supposed to be? Your tapeworm. What else? You know, you should pay a little more attention to what you stuff your face with. But never mind. We've got more important things. I found the rebels, and I need your help. Come on. Пошли. Чем, да, он ему ничего не рассказывает. Какая помощь ему нужна? Бог, как у тебя? В смысле, как? Ну, выходной сюда, если не делами домашними занимался, уборкой, готовкой. Вот, сейчас, как бы, решил, что тут подлечь, о чем и запустить. Видишь, я сегодня думал, что сегодня погода будет нормальная. Думал, что и на шлыки успею, и волейбол сыграть, и в итоге ни того, ни другого. Руфиш? Руфиш? Кольчок глажан рвается. Что? Что? Что-то? А я не верю. Didn't expect that. А вот так сюрприз, да? The tide has turned. Now we can take another vote about who's going to get the coat. Кто пойдет за годами? I vote for голосую за себя. And I for me. What? No. Hey. Well, in that case, it looks like I won the vote. You see, I'm going to vote for you. Видишь, я тоже голосую за твоего двойника. So it's 3-2. No. I need to do this. You wanted another vote, so we took one. Now all we need is rope. Осталось добыть веревку, начнем. Три часа, Лёк, около того, наверное, попозже. Наверное, даже попозже. So, are you cold? Тебе холодно? Понятно.
What are you doing? You говоришь? Were supposed to vote for me. And why aren't you voting for me? А ты почему не голосуешь за меня? В конце концов, мы идентичны, so it totally doesn't matter which one of us gets важно, the code, just as long as it isn't that doofus. I agree. Согласен. You must get rid of нужно как-нибудь от него избавиться. Я что-нибудь придумаю. I've got an idea. Are you about to infect me with another tapeworm? Much better. All you need лучше. To do is hold open the pneumatic tube over there with this screwdriver. And what good will that do? Take a good look. He's sitting right in the line of fire. As soon as the next capsule comes down the tube, then blammo! That might even work. But only if the capsule comes before my arms fall off. I'll see to that. Я об этом позабочусь. На отвертку. I'll be right back. Я сейчас вернусь. Ох, у него какое лицо-то прям, посмотри на него. Ты-то что сам так поздно не спал-то, а? Я смотрю, ты там в Дискорде отписался часа, во сколько там, в 4, в полпятого, что ли, ночью. Ну, ладно. Нет, ночь еще, да. Чё не спал-то? Чё делал? Все, укатило. А, нихрена себе, вот ты маньяк, блин, а. Не, я там, бог там, 2-3 минуты посидел, со всеми попрощался и ушел. Hey, stop! Hey, stop! I wanted to get the ascension code, and so you will. I mean, the other you. The vote was unanimous. Congratulations. But how could that happen? Ну как так получилось? You're safe, cowboy. Твой двойник спасет ковбой Тодда. По-настоящему. He did. What? Что сделал? A pneumatic tube capsule hit me in the head, and I almost fell off the tower. Your cowboy didn't. Твой двойник не растерялся и схватил его. Он настоящий. You were completely right, Rufus. I need to apologize. To think that I was about to cause you bodily harm just so I could be the one to save the world. Please forgive. Пожалуйста, yeah, прости меня. No hard feelings. Ну ладно. Hey, хорошо, что все уладилось. А что на что, кричи веревку? Какую веревку, блин? Ах ты падла, блин, а? Hey, падла. You set that эй, up like делался как настоящий профи. Спасибо. Хорошо, что ты умеешь loser. Проигрывать. Что-что? Yeah, это кто-то проиграл? Лучше получил эту работу по результатам голосования. Если мы с этой точки зрения, мы все выиграли. Мы все выиграли. Ну конечно. Так, хорошо. Веревка. Ну как бы веревка-то у нас у этого же приятеля, да? Ну точнее у нас ее нет, но мы ее можем отсюда как-то взять, наверное. Архатисты, блин. And have you found так, something вы подобрали like? Себе I'm что-нибудь? А я пока смотрю. Вот, блин, а. Ладно, хорошо, мы спасли психолога, да? Быть может, он будет нам за это благодарен? Так, а сколько у меня еще листиков? У меня 2, да? Третий у нас находится в баре. Уж 5 часов это не очень, вот так мажется мой. Только смысл себя так истязать? Я в этом вообще ничего такого, ну, не вижу. Hands off! Убери руки! Антидепрессанты для тех пациентов, кто не безнадежен. Вот ты падла, блин, а. Ну, ладно. Так, что мы еще тут можем, да? Как мы можем что-то сделать? Остатки супа, отпечаток, изображение Лиома. Надо подумать, надо подумать. Так, а с ребенком? Остатки супа это для ребенка, скорее всего, да? Заманивать его. Good news! I have a sub. Давай, Барри, погнали. Come on. Мне кажется, он не сработал. Мне кажется, я пробовал. Stop, уже. We're not unless enabled. Кажется, я уже пробовал. Ooh, looky, yummy num nums. Вкусняшка. Now, а теперь иди к бабочке. Hey,
Эй. Даже тут нужна всем веревка, блин, а? Since I don't have a trap, пока нет ловушки, приманка не нужна. I'm not really yet. Не очень-то зацепило. You know, at home with the bozos. Думаю, можно шутки точно оценили бы. Ладно, да, пока значит нам что-то еще здесь не хватает той же веревки. Well, that wasn't all. That just goes. Yeah, all... Otherwise. Веревка, веревка. Как тебя достать? Так они еще телепатии не обладают, да? Блин, я не туда зашел, ладно. Так. Вообще-то еще можно их в обратку скинуть, а? Хотя вряд ли, да. Да. Nah, that'd be lamer than seagulls. Why didn't I bring a water balloon? Почему не захватил пару шариков с водой, а? Или рояль? А вот это была бы умора. Три руфса, да. Целых три. That'd be lame. Why didn't I bring a baby? Подожди, у меня же... А я могу реально, может, червяка вместо веревки использовать, а? Им это такое не подойдет, наверное, да? Узнай, как тянуться-то будет, а? All right. I think I found some kind кажется, of нашел rope. Нечто вроде веревки. Ленточный червь? Забудь! Может, этот клон спустился бы по ленточному червю? Но мне нужна нормальная веревка. Хватит споров на почве самолюбия. If there's one thing I've learned today. Oh, я тебя умоляю. Не надо больше вдохновляющих речей. Я это сделаю. Да, слушай, правда. Посмотрим. Наверное, его надо как-то вытащить. Плохо, что угловые органы не передвигаются. Но они вращаются, как остальные, если не заблокированы. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Так. Locked. А, заблокировано. Чёрт. Оу! Прости, прости, Клитус, прости. Смотри, здесь же можно почитать, да, как что делается. Так, сюрприз, сюрприз! Очередная мини-игра. Руфус — наипервейший эксперт в деле веревок и узлов. Для него дело 5 секунд привязать своего клона в обличии Клитуса к столу Аргуса. Ему всего-то нужно опустить рычаг в нижнюю позицию. Единственное препятствие — это две скобки. Они прикреплены к рычагу, но могут двигаться, если ничто их не блокирует. Понятно. Так, ой, кактус, да? Бедняга. А, так, стоп. Ауч. Тут, ну я вижу, что и то блокирует, да, здесь как бы блокирует этот. Сколько зрителей? Пока одного показывают, я не знаю. До этого был еще Зенеч с Драгенгоу и с Ромой, но... Что ж, трансляция, блин, полетела. Подожди, может, я что-то еще не смогу сделать? Подожди, если нам так не боюсь увернуть. Ну, я бодрюсь, на Драгенгоу бодрюсь. Ah! Ah! Oh!
что мне дротик мешает, да, но его же никак не вытащить отсюда, правильно? Левый стик ничего не делает здесь. Ну, конкретно в мини-играх. Делает только правый стик. Рычаг нижнюю позицию. Единственное, просто две скобки могут двигаться. Ну, блин, в смысле могут двигаться. Blocked. Darn it. Подожди, я. Сейчас. Для меня дошло. Вот так вот. Так, все. Тут до меня дошло. Во-во-во, бедняга, блин, плитус, а. Ауч! Все. Ты справился, Гридус, молодец. Ни один ленточный черт в игре не пострадал. You brain dead. Без мозга и кретин. You really can't do anything. Тебе ничего нельзя поручить, да? Миссия невыполнима, трофей получен. Но все получилось, так что не надо заводиться. You almost sound like Cletus. Ты говоришь почти как Cletus. That's because I am. Потому что я и есть Cletus. Yes. Да, сюрприз. Anyone with an intellect higher than that of a micro сразу бы это заметил. But not you. Только не ты. Ты пустоголовый олух. Never mind. Забудь. Even though the time I spent Хотя время, проведенное с тобой, было сущей пыткой, я добыл код и доступа. И теперь я могу пройти на капсулу вместо Аргуса. Аривуар, монами. Вау. So mean. Эй, what a как грубо. Character. Ужасный характер. Вот разберусь, что это значит, и задам ему. Кошмар какой. Ой. What? Вот дерьмо. You had it coming, dirtbag. But funny as that may be, I think we should get out of here fast, Janosch. Скорее отсюда убираться, Janosch. Janosch? В смысле? Куда этот, блин, засранец? Тогда я на всякий случай сохранюсь. Мало ли, вот эти, блин, всякие мини-игры. Вечно все ломается. Калан, с 15 уровня у тебя. Куда Драгинго ушел? Не знаю. Драгинго, куда ты ушел? Расскажи нам, а. So. Меня кинули. Janosch кинул, блин. А Драгинго ушел. Все. Подстава. Понятно. Well, well. Так-так. На Парганонтах кишит повстанцами. Would anyone care to explain? I expected as much. Другого Line up ожидал. In front of the cell. Откройтесь перед камерой, быстро. О. Сейчас прошу. Короче, Twitch, походу, багует. Видишь, показывает одного зрителя. Это значит, не у меня реальная проблема была, а у Twitch'а. Бред какой-то. Ты где был? Сейчас прошу. Потому что очень странно, что у меня трансляция полетела. Ничего не предвещало беды. Типа с интернетом все нормально было. Тебя там, блин, ров сколбасит. О, смотри, там же сидят два сранца, а? В камере, вот так, по-моему, надо бы. Опа. Пять повстанцев, ведь мне Клитус. Кто несет ответственность за это чудовищное программа? Опенбот, я? Но я был с вами все это время. Помогал с погрузкой на капсулу. Вы думали мне перечить? For that, you are hereby assigned to lugging crates. Dismissed. Свободен. I said dismissed. Я сказал свободен. Есть. Были. Бедный опенбот, а. Right, anyone else? Есть кто-нибудь? Ну уже, не стесняйтесь. Which one of you is responsible? Я. Виноват я. А он сейчас скажет, что я не пойду оттуда. No. I don't want them to see. Я не хочу, чтобы он меня увидел.
такого. I assume full responsibility. Я беру всю ответственность на себя. I insist that you send me off to love crates as well. What do you know? An Organon with courage. We should all take a leaf out of his book. Go ahead, soldier. Step forward. Шаг вперед. As a reward, we will now sing the Organon hymn to our brave comrade before we ceremoniously toss him down from the tower. Organon! Organon! Кое-кто мне показалось, что это все постанцев. Прекратите, мы еще не закончили. Интересно, как я просто смотрел трансляцию по Субнаутике, но поезд наполнился на тебя. Вы закончили? Ура! Постанцев? Ни хрена ничего не появилось около лагеря постанцев. Да у меня тоже, да, у меня тоже уши уже просто от этого. Чуть не выпали. Oh, come on! The gate is right up there. Совсем рядом. No, I can't right now. Сейчас не могу. I have to wait until the swelling on my costume. Татуировки, ладно. Ладно, ладно. Эй, как дела, крошка? Рецепт? Тони has a prescription from his therapist. Психотерапевт Тони выписал ей рецепт. Suspending neck and spinal column acute forte. Отдел для шейного отдела и позвоночного столба forte. Single use. Единовременно. What's that? Это веревка. Рецепт на веревку, да-да-да. Специально повесил на уровне глаз, чтобы не забывать об этом варианте. На тот случай, если ты снова обижаешься. Можно я его заберу? После стольких лет, когда я молилась, чтобы ты достал себе веревку? It must be наверное, my birthday. Мой день рождения. Oh, and I didn't bring you a cake. Ой, not to mention 100 candles. Take the prescription and get out. Проваливай.
Спасибо, I'm on my way. Nice to see you back to your old self. With the emphasis on old. Ключевое слово старому. Вон! Hey, Tony! What? Whoa! What's up with you, Tony? Что? I что thought you were так, doing а? Therapy. My therapist broke it off and instead gave me prescription for rope. Cool. Круто. You wouldn't have something to do with that, would you? No, not me. What makes you think that? Rufus. Wait a second. Threatening undertone. Aggressive gleaming in the eye. Hey, he did it. Hey, you're back to your old self. That was not the goal of therapy. Yeah, who cares what the goal was? The main thing is that it worked, right? Кажется, я немного скучал по этому звуку. Спасибо, одного раза достаточно. Hey, hands off the equipment. Лапа прочь, это по-моему. That's also my equipment, remember? If I remember correctly, you wanted to equip us with 10-can telephones. Yeah, which would have been significantly cheaper. Oh, yeah? And what would you have used the budget for instead? Well, for example, I don't see a foosball table here. А, настольного футбола. Ай-яй-яй. Ладно, мы получили рецепт, пошли. Я так и не понял, зачем стрелять из пушки, потому что здесь ничего не поменялось. Так, с этой в магазин веревок, наверное, да, нужно с рецептом попасть. I have a prescription here for you. У меня рецепт на веревку. Oh, may I see? О, позвольте взглянуть. Да. I still have one of those in stock. Would you like some waterproofing spray with it? Some bridge railings can be quite damp this time of year. Очень скользкие в это время года. И так сойдет. Wait a second. This is just a shoelace. Well, I'm afraid your healthcare insurance can't provide. Какая компания не платит более дорогую модель? I'm sorry. Извините. Ну ладно. Тебе повезло. Хоть шнурок есть. Барри, кажется, я достал для нас шнурок. Барри! Спасибо за водичку. Барри! Good news! Хорошие новости. Погнали. Oh, dear. That's terribly high. Ah, stop whining and keep your camera ready. Because one unless... Yeah, exactly. That will make a terrific track. Вышло отличное село. Perfect. Отлично. Rufus, are you sure that a snare is the best option here? Of course I'm sure. Конечно, уверен. Like the cowboys do. Cowboys всегда так делают. Cowboys, don't you? I like cowboy dodo. Мне нравится cowboy dodo from the local radio station. But I can't imagine that he would lure a baby into a snare. Because he's not a real cowboy. Just let me do this, okay? And keep your camera ready. Главное, держи фотик наготове. Кроха Боза. Маленькая вкусняшка, а теперь иди к папочке. Теперь он в ловушке. And who's smarter now? Кто теперь самый умный, а? Мне кажется, надо было залезть с ним туда тоже, да? Понятно, да. Ничего. Ничего, это такое только что было. Ну, опять же, тоже какой-то баг только что произошел. Ага, классно. Ай, Япония, пощади, а. Ну, куда же багов-то столько, а? То, блин, мини-игра багуется, то, блин, костюм не снимается, а. Теперь он в ловушке. And... Смотри, паре. Руфус? Это... Это часть плана? Фоткай, фоткай. Я не понимаю, что ты пытаешься сказать? What are you trying to tell me? Может быть, ты попробуешь показать? I can't understand you. Что ты хочешь сказать, а?
Конец веревки. Не знаю, смогу ли я. Ладно. Я уже иду. Цепляйся, Барри. Только не смотри вниз. Не смотри в угол. Я справился. Да, я помог. Помог? Сейчас. Когда ты закончишь мою распространенную славу, ты сделаешь наконец снимок? Ты уверен? Я сейчас еле держусь. Сделай чертов снимок. Ну, ладно. Снимок. Well, that worked great. Ну, все прошло отлично. You think so? Ты считаешь? I can't even remember how it all happened. Then you missed the best part. Тогда ты пропустил все самое интересное. Я сделал снимок. And what a еще picture. Какой. Дай-ка его сюда на минутку. Покажите мне. Покажите его. А, кроха Боза. Снимок героя. Ох, охренеть не стать, а. Элизиум, отпечаток. Бедный Барри. Hey Barry, the way we pulled that off was really cool. You think? Sure. I rescued the kid. Я спас ребенка, and you? А ты? You can testify to it. Ты можешь это подтвердить. Too bad I can't remember anything. Я почти ничего не помню. Ничего бывает. He looks grumpy. I better not. Лучше так ему не лезть. Пошли к психотерапевту теперь. Теперь у меня есть стилистики. Малыш, пост, да, а теперь он стал предметом. Подожди, а мне же теперь все эти листики нужно еще и как-то определить, да? Ну, чтобы... Или можно и так, как бы... What do you see in this picture? Что видите на этой картинке? Now you're I crazy. Нет, наверное, сейчас ничего, надо все показывать этому. Боза. Hello? Привет. Here's another nose. А тут у него опять кровь пошла. I rescued baby Я Bozo. Спас кроху Бозо. Winnie's defense. Его защита могла сказать, что пони вправду был буйным. Forget ну, it, then. Может, его дед может приготовить, а? Don't want to make him cranky. Это не по адресу. Дед. Hey, Grandpa. Эй, дедуля. Не мешай мне, парень. Часть моих секретных ингредиентов взрывоопасна. Понятно. Так, ладно. Что мне скажут тут? No worries. I'm gonna take care of your baby brother while you're knocked out. Ты в отключке. No. Oh, don't panic. I'm good with children. I'm gonna teach him a few tricks. For instance, he could help me with my saw trick. Oh, come on. Да ладно. What could possibly happen? Случится? Baby Bozo is much shorter than you, after all. Так, где там снимок? Hey, Bozo! Hey, Bozo! What do you see in this picture? All I want to... Я только хочу... That's the devil! Это дьявол! No way, that's me! Busy saving a small child in distress. Man, you're really one whoopee cushion short of a funeral. Yeah, yeah. Что еще могу здесь сделать? А? Ты супчика не хочешь, Боза, не? It's not food he needs. Ему не еда It's нужна. Tender, loving care. In the shape of a good dose of mine. Ладно, я понял, уходим отсюда. Опять со мной не разговаривает здесь. Малыша-то я спас. А что дальше? Кровь из дьявола. Все знают это, естественно. Так оно I can есть. Still hang my things up to dry. When all my plans to save the world have gone down the drain. Кроме него самого. Что он идеал. Для себя самого он идеал. Those old fogies aren't getting anything. Ничего не дождутся.
нас тут уже успела опять игра багануть, Никита, у нас уже успел и стрим полететь тоже. Вообще хренько это происходит сегодня. Hey, Goon! Hey, Goon! Хочешь расскажу что-то смешное? Cool story? Hey, no talking to the staff during working hours. Unless it has to do with... Если только разговор не о... Exactly. Именно. Ты хорошо справляешься. Лаваши. Так. Еще раз психотерапевту сходить, попробовать тест пройти. I need another therapy. Нужна еще одна сессия психотерапии. What? Что? Опять? Так, давайте в эту игру. Can we... You mean... All right. This time I'm gonna win. Я выиграю, я это чувствую. So, what Итак, что вы видите на этой картинке? Элизиум, величественно реющий над Японией. Elysium, majestically enthroned high above Deponia. Well, we already. Так, это у нас уже было в смысле. Something quite next picture. Следующую картинку. What do you see? Что вы здесь видите? Вот милая пташка. Это уже зачем мне такое показываете? Зачем это ужасно? Зачем мне такое показываете? Why would you show me something like that? Интересно. Расскажите, что вызвало у вас такое отвращение? Понятия не имею. No idea. Yeah, maybe it's something about complexes. Может быть, дело в моих комплексах. У меня же они есть, вроде как. I mean, yes. Yes. Да, да. Вот именно. Quite definitely. I have tons of complexes. У меня куча комплексов, которые нужно лечить лекарствами. It is still too soon. Пока еще рано ставить окончательный диагноз. Но остается последняя картинка. Это я вспоминаю, это я вижу великого героя себя, это мой фото. Это дьявол. It's the devil. A handsome devil, I must admit. Симпатичный дьявол, надо признать. Nonetheless, it's the devil. Это дьявол. I see. Понятно. Too bad. Очень жаль. Время показало, что вы принимаете все всерьез. Так, стоп. Очень жаль. Я первый, да, получается, провалил? I need another therapy. Я первый тест провалил, первое изображение. Так. So. Элизиум Сектопия, это я на Элизиум, если сказал, Элизиум падает на... Вот, давайте, Элизиум падает на Депония. Элизиум crashing into Deponia. I see. Понятно. You feel anxiety. Вы чувствуете тревогу из-за надвигающегося апокалипсиса. Yes, да, I'm a потому что я трусливый мозг, который прячется под одеяло вместо того, чтобы помогать друзьям в их приключениях. Indeed. I think we're именно, making кажется, у нас наметился прогресс. Next picture, это следующая картинка. Печеньку! Какую тебе печеньку, а? Я чуть сыру час назад вижу письмо на почту, уведомление о стриме, чего-то не обратил внимания, только сейчас. Подожди, да-да. Дегу, мы уже, ну, мы еще через часов 7, наверное, да, вечером запустили стрим, то я минут 20 постримил, и трансляция, короче, обрубилась на секунду. Потом опять началась, но проблема в том, что она пошла как новая трансляция отдельная. Она не вошла в старую, пошла по новой. Так, зачем мне такое показываете? Так, последнее. It's a devil! It's the... Ну? Да, похоже, у нас действительно тяжелый случай. Согласно моему анализу, вы находитесь в состоянии депрессии. Вы страдаете от посторонней личности, превращающей вашу жизнь в ад. И вам срочно требуются психотропные препараты. Спасибо, приятель, спасибо. Возьмите все, что вам нужно, да, в моем шкафчике. Ура! Извините. Да-да. Woe is me, poor spineless wretch that I am. That's more like it. Так ты лучше. Бесценное выражение лица. Бери все. Антидепрессанты. Рвотные. И все. Уходим отсюда. Валим. Потому что тяжелый случай. Не, все фигня, давай по новой. Именно так, да. Все. Так, а для чего он рвотное? Блин, может это надо сюда, остатки супа, антидепрессанты. Perfect. If I mix Отлично. The antidepressants into the soup, it'll be a lot easier to trick Bozo into taking them.
Says here you should take a maximum of 2 tablets per day. But Bozo's big enough for 2. Бозо вдвое больше нормальных людей, а его депрессия тянет на все 10. А, ладно. I'll dump them all in. Лучше перестраховаться. Так, а рвотное туда же надо, да, замешать? Barfing babies may be an amusing sight, but as long as he hasn't eaten, a naked man can't reach into his pocket. Barfing baby, but as... Ладно, ладно, я понял. Отрыгивающие пока не используем. Сейчас Миш такой, не понял, да-да. Чё за дела такие? Боза, я принёс тебе супчику. Боза, супчик давай. Стоять. Что? У меня малыш Боза съел всё! Что? Какого? Да что ж это такое? Кроха Боза слопал остатки супа. Охренеть! Но у тебя помешал ему антидепрессанты для Боза. Плохая кроха. Очень плохая кроха. Блин, пипец. Один предмет сожрал другой предмет у тебя в инвентаре, а? Пьюкопризол 2. Ровотозол 2. Попробуй дважды и получи двойную выгоду. Попробуйте также тошноголик CNC, боливатин, рыготолон. Также выпускается в форме рыготолон DLC. И всю линейку изысканных угощений от... Ну-ка. I don't see any other way to get my antidepressants back. Be a good boy and say, "Hey." Yeah, we'll practice our spelling again later. Алфавит повторим позже. И а где? Not in my coat. Только не в пальто. Ты слышишь? Фу! О, нет! Боза, не надо! Enough! Хватит! Остановись сейчас же! Моя помощь никому не нужна! Особенно спасение мира! Потому что никто не хочет жить в мире, в котором героем стал ты! Охренеть! Ты не герой! Ты конченый подонок! И ты всех нас угробишь! Только ты этого не понимаешь, потому что мы все слишком вежливы с тобой! Ах, Руфус! Он не всерьез! Но ты все делаешь всерьез! Хочешь знать, что мы на самом деле думали? Мы думали, отвали! Сдохни на месте! Ты говоришь, что хочешь помочь нам! Отлично! Ловлю нас! В таком случае отбрось коньки! Ух ты! Это было ого-го! Мне вдруг сильно полегчало. Я чувствую такую свободу. Такое ощущение, что мне все по плечу. Я... О! Руфус? Ты в порядке? Бозо, старая пиратская морда. You're back. Ты вернулся. Бозо вернулся. Я плакать хочу. Да. Да, черт подери, похоже на то. Короче, чего мы ждем? Нужно бегать в лагерь повстанцев. Just wait until I put on my coat. Только подожди, накину пальто. О, я прямо с цепи сорвался. Может быть, не так уж плохо иногда выпустить пар. Я так разозлился. Ужасно. И в первый раз в жизни я говорил, что думал. Если взглянуть с этой стороны, может, ты все-таки хороший парень, а? Пипец. Дай копилку сюда. Ух ты. There. You ready? Хорошо, sure. Ты готов? Let's go. Конечно, пошли. And you're sure that this is Rufus? Absolutely. Я уверен. Do you really think there's more of this kind running around? Другие Руфусы? Да, было бы забавно. Right. You have me convinced. Ты меня убедил. You can come in. Заходите. Спасибо тебе, блин. Пусть неземное счастье озарит твой дом. That's my Bozo. Теперь я узнаю Бозо. Undaunted, бесстрашный, full of energy, энергичный. And always in the way. И вечно мешается под ногами. Garlith, why are you skulking around? Ты чего там жмешься, а?
And where are the others? They're having a general assembly. У них общий сбор. How can they have a general assembly without me or Janosch? Or you and Leibold? И тебя или Вольда? Нам поручено охранять дверь. So nobody from our old gang is attending the general assembly? That's scandalous. I'll go and have a word with this so-called new general. You can't. The general is not to be disturbed. And what happens if the Organon attacks? It won't. The Organon retreated. Охренеть. Блин, нравится мне здесь музыка, эта локация. На всякий случай сохраняемся, мало ли. Мало ли, мало ли. Перезаписать, да. Well, say what you like about the war. Да, можно по-разному относиться к войне. Но чего, сильный прикид? What do I have to do? Что мне сделать, чтобы попасть внутрь? Do you want a forged ID? Shall I mix a laxative in your food? That would be a classic. Классика жанра. Есть кое-что. I knew it. Я так и знал. Я хочу играть роль покрупнее. Что, прости? Пока я готовился к этой работе, пересмотрел много военных мюзиклов. Но парни, которые охраняют дверь, не дали даже спеть хория. У меня такой приятный баритон. Я мог бы сыграть одержимого полковника. Атака, 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 все за мной. Ты моей бородой, на поле боя мой дом родной. Нет, хватит. I have to get in there. Isn't there anything else I can get you? I could be the dying messenger with the news that changes the course of war. I came here crawling on all fours through enemy territory, stuck in a barbed wire for weeks. The scene was pretty gory. Then in the minefield, I lost my sight, but I knew where the way was leading. I brought you this letter, so please read it first, for I am heavily bleeding. Ух, нет, хватит. А что, неплохо поет, а? I have to get in there. Isn't there anything? I could be the inscrutable rogue. А вот я в образе таинственного авантюриста, который оказался другом. He came back somewhat later. Now who would have thunk that he's such a good friend? Dancing the twist and the twist to the end. Yeah. Forget it. Ну, ты просто будешь Рэмбо. I have to. Isn't there with the right wig, I could even play. Я бы мог даже исполнить женскую партию. Где его носит? Грусть и печаль. Как я скучаю, жестокая дама. He may be only skin and bones. His wounds may be quite gruesome. His skull may be cracked open, but we're still a lovely twosome. Forget it. I have to. Isn't there? Like be the inscrutable. How would you be able to stand up for that? We should have done something. Это концовка к шоу. He came back somewhat later. Now who would have thunk that he's such a good friend? Dancing the twist and забавно. Do not disturb. Не мешайте. General meeting. Общее собрание. General. Общее. Как general pointless meeting. Может, я еще капает дождь? Вообще да. Скорее бессмысленное. Но хотя. Блин, не вижу, уже темно, особо не видно, это балкон надо выходить. Ну, что-то там вроде, да, еще капает немного. Ну, только что от МЧС сообщение еще пришло. Так, сохраняя до конца текущих суток, местами ожидается очень сильный дождь, будьте внимательны. Что мне пришло? Так что в целом, да. Nothing doing. Не трогай, дверь не открывать. На тебе копилку, а? What is that supposed to это be? Что такое? Bribery attempt? Попытка дать на лапу? Свободен. What is that my ID? Мой паспорт? Свободен. What is that my VIP мой VIP пропуск? Faded. Свободен. What is that bribery attempt? Попытка дать на лапу? Понятно. Да сейчас по всей, мне кажется, России так. Ну, не прям по всей, да. В Питере тоже сейчас дождливо. Надеюсь, на меня не обижаешься, а, Джон? You're still dancing. That's because I still. Is it really worth it playing them? You could just give me the. You still got the. Actual. Wait a minute. Yeah, that's a pity. Don't forget. Так. Радио няни у меня, кстати, осталось. Я не понимаю, зачем она мне до сих пор.
понимаю, зачем она до сих пор. Питер, ходячий дождь, начнем с этого. Это да. У меня как днем дождь. У нас сегодня целый день дождь. Целый день. А вот сейчас я, кстати, не особо понимаю, что надо делать дальше. Ой. О! О! Ух ты, ёжик зеленый! What was that? Что what это do you было? Think? The Organons attacking! Holy moly! Дочки матери! What? Что? The Organons attacking! For real? Правда? Yeah, man! Еще oh, бы! Quick! Вот, блин, Manicons. Быстро, орудие к бою! Блин, как я, да, догадался-то хорошо. Фига он там, мать! Ни хрена они там в обратку палят, смотри на них, а! What the? The rebels are attacking us! Quick, man! Take up your positions! Все по местам! Везде по местам. Все, ладно, пока давай за тех поиграем дальше. Мне просто интересно, кто же там у повстанцев. За генерала. Матерь божья, я чуть не оглох. Да, да, я тоже, они орут так сильно. Там уже Даргенго аж взмолился, говорит, пожалуйста, убери это. Что? Док? Док? What happened here? Что здесь случилось? Ну какое-то... Черная, чернее ночи, света. Док ослеп, что ли? Неважно. Say, have you так, been drinking? Ты что, выпил? Leave him be. Оставь его. Тони? Тони? So, you're in command значит, here now? Ты здесь главная? Not really. Не совсем. Well, who then? Тогда that кто? Would be me. Вообще-то я. Dad? Отец? I mean... Сигал? Сигал? General для Seagull. Тебя генерал Сигал. How can что? You look like that? Почему ты так выглядишь? Я словил пулю и упал в ржавое море. Потом приплыла акула и вцепилась в мою ногу. К счастью, приплыл кит и проглотил акулу. Me и меня заодно. Я бился с акулой в брюхе у кита, пока он не проглотил огромного ядовитого осьминога. А потом его вытошнило осьминогом, акулой и мной посреди моря осколков. Well, that explains это your смел, запах, but not why you're in general. Your father has a plan, Rufus. Listen to him. Unlike everything you have tried so far, it's going to work. I can barely contain my curiosity. We're going to blast Elysium out of the sky. I'm bored already. You see, what? Подожди. Wait a minute. Что? You want to do what? Что вы хотите no, сделать? You can't do that. Вы не можете? О, oh, yes, oh, еще как можем. Док смастерил вон and такую пушку. А штурмовой отряд Тони закрепился на органонском планетарном разрушителе. I mean, я говорю, вы can't. Не должны. Этого нельзя they делать. Don't even know we exist. Они даже не знают о нашем существовании. Хочешь сообщить им перед тем, как они pieces? Разнесут нас на куски? That was the plan. Да, yes. Таков был so план. What are you doing here, then? И что ты тогда здесь делаешь? It's complicated. Это долго объяснять. Я сейчас не только здесь. But I'm also saving goal at the same time, while I also delay the last high boat until we're on board. Пока мы все на неё не сядем. It's true. Это правда. Он себя клонировал. О, откуда босс это знает? Как будто нам и без того проблем не хватало. Ты монстр. I'm not a monster, я не монстр, Руфус. У меня есть предложение. Go on. Я хочу дать тебе шанс впечатлить нас своей спасательной миссией. But no, it's all right, Tony. Let Rufus try and fail one more time. When the last high boat leaves without goal, there'll still be time to blow up Elysium. What do you say? Что скажешь, Руфус? Do you have enough faith in yourself to agree to my proposal? You can bet on. Конечно, принимаю. Чё-то я засомневался. Стреляй в него. Выбор невелик, либо он, либо ты. В лицо. Да у него и так уже с лицом проблема. Терминалы. Пока не разработан нужный план, долго не будет. Подожди, это опять баг какой-то, что ли, а? Пневматический желоб, грузовой... Отличная возможность сделать это незаметно. Но сначала надо избавиться от этого шматья. Должно быть, это последний ящик. Вот транспортер из спасательной капсулы можно выключить. Пойду посмотрю на ковбоя Додо.
такого, как умею. Так, грузовой транспортер, бочка. Оппенбот забыл эту бочку. That's probably because the label наверное, потому что на нем нет наклейки с пунктом назначения. Oppenbot, that's А у меня наклеек тоже никаких нету. Вообще ничего нет. Значит, будет больше проблем. Больше проблем проблемному Руфусу. Да. Здесь же ничего вообще. Восток. Ага. Юху! Hello! О, rats. Ну вот, здесь никого. Так, подожди, хорошо, допустим. У меня у этого есть радионяня. Неужели мне надо радионяню передать? Стоп, я про детей забыл. Я забыл, у меня же дети еще были, блин. Господи Иисусе, а. У меня же дети еще были. А, нормально, они спят. Все хорошо. Are you really asleep? Вы правда уснули? Yeah, да, они спят. Да, все хорошо. Ой, телевизор сломал, да, теперь? Телевизор. Reception down here is lousier than Bozo's beard. I can't even figure out which goal belongs to the white team. Все, вот он обратно передача. And what I ask you could be tastier than meat. Ah, I could just think. Все, спят. Мне показалось, что я пропустил. Пока еще ничего. Я думаю, надо передать радио няню, скорее всего, этому Руфусу. I wonder where the other two wound up. О. Юху! Эй! What was that? Что это было? Anybody there? Там кто-то Hello? Есть? Nah, probably just one. Наверное, воображение разыгралось. Oh, rats. Ну Nobody вот, здесь никого. В смысле никого? Ты что, гонишь, что ли, блин, а? Что ты гонишь, блин, а? Во-первых, на... It's so exciting ага, right now. Ситуация напряжённая. I want to remain within reach. Остаться в пределах досягаемости. Нет, значит, нельзя ему передавать эту штуку. Значит, нельзя. Так, ну ладно, допустим. Допустим. Блин, ну куда, куда, куда? Oppenbot is actually listening to that cowboy Dodo crap. And that, in spite of the fact that he must have realized by now that the guy just can't perform live. Да, но пока что-то у меня не получается сейчас. I better not get his attention. He may be a useless trash can, but he's a useless trash can in the service of Organons. He'd rat me out to Argus right away. У меня вроде, ну, деньги же нужны. Смотри на меня, смотри на меня, придурок. Пошли сюда. А, он так не пойдет. И сюда он не пойдет. Все, да я пока здесь застрял, походу. Так, хорошо. Блин, мне здесь музыка нравится в этой локации. Какая же она балдежная. Hello again. Здравствуйте, нечестный отец. О, юный отец возвратился. Where did I sold leaf, but it was after, and it... But what we were just... Wait up, did the water here? Like a chap... Так, это все было у нас. Knock-knock. Отворяй, собака. Может, не открывает. Может, она к лучшему, как знать. You can't negotiate with people. The only... Fistic... You can't negotiate... Fist... No, I shouldn't give anyone the impression that I would back down from my viewpoint. Otherwise, they'll never learn. Да. Да нет, мы тут уже были, это известно. Это подсказка, блин, так. I need the nucleic acid. It's the fate of the world. Six zlotys. Six zlotys. Hey, Enzo. Every lapper. We don't serve that. What can I do for you? Чего могу помочь? Принеси кружку твоей лучшей браги. Sure thing. Just find yourself an empty. Брать пустую кружку. Нет, пустых кружек. I need the fate of six. I get.
I propose swap. The prize for the nucleic acid is 6 медиков. And that и точка. Oh, darn. Блин. Дэн. Так, хорошо. Что тут у этого происходит? А меня теперь отсюда не выпустят, да? Not even he will help Даже me now. Сейчас не поможет. I'm on my own. Все лежит на мне. I could use a little help here. Я бы не помешала помощь. Я не I знаю, думаю, Сигал в чем-то прав. В смысле прав? В смысле прав? I don't believe it. Doc is working for Seagull. Работает на Сигала, а? Traitor. Предатель. Doc, come to your senses. I'm sorry, Rufus. Seagull is right. Прав. This is Это наш our последний last шанс. Охренеть не стать. Воу, здорово, самурай. Как ты? Как твои дела? Брага, с какими гормонами? Да со всякими разными гормонами. Одни для роста груди и всего прочего. Другие для этого, для волос. Третий просто потравить, скажем так. Что там, Даша уже закончил, да, сегодня с резидентом? Так, момент в море, ребят, сейчас, секундочку. Так, вилка. Штепсель, неужели? Только не говори, что... Seagull is expecting me to do Seagull something stupid, but I'm not going to do it. But I'm not going to do it. Блин, и Тони с ним заодно, да? She's on Seagull's side. Она на стороне Сигала. I can't expect Она any help from her. Но жопа, конечно, у него классная. What for? She won't Зачем? Listen to me anyway. Она не будет меня слушать. She never had any confidence Она никогда в меня не верила. Seagull is expecting me to do something stupid, but I'm not going to... And where is the promised rescue at the last second? Момент? Keep your shirt on. There's still time. Время еще есть. You're trembling. Ты дрожишь. I'm just cold. Я просто замерз. Я просто замерз. Так, что еще тут есть? Ну, блин, вилка, но у меня... Подожди. Можно же вот так вот Seagull сделать. Is expecting, but I'm... Подожди или нет? I like this idea. A self-portrait as a cat box. Подожди, в копилку же можно вилку запихнуть. У нее же носопырка такая под вилку. Может, куда-то не туда смотришь. В смысле, куда я не туда смотрю? Not even he will help my mom. Doc is working for... I can't Flood? Could it... Don't tell me. Seagull is... But... Не хочет он сейчас пока ничего с вилкой делать здесь. Так, ну ладно, допустим. Меня, знаете, что вот смущает? Зеленая вода справа течет. Значит, это как-то связано с канализацией, вот с этой вот. Я смог передать? Серьезно? Что? Что? Ну, это сейчас нежданчик был. Это сейчас реально нежданчик был. Сейчас еще про... Ну, в смысле, а что это на ее жопку не смотреть? I have the money. Я положу деньги. No, no, I mean, I have enough money to buy the nucleic acid. Невероятно. Six zlotys. Шесть миллионов. Что от меня? Я не думал, что будет такая куча денег. Теперь только осталось их как-то достать. Веселись от души. What can I do for you? Чё могу помочь, а? A tank. Sure thing. Just fun. Веселись, передурок. Ура! Ура! Пошли спасать гол. Гол, гол, гол. Спасу, спасу я гол. Сейчас сохранюсь. Йоу-хоу, йоу-хоу, спасу, сейчас я гол. Перезаписать, перезаписать. Да вроде все сюда. Правильно, правильно, я смотрю. Еще посмотри, у нее жопка там классная, блин, у Тони, а? Прям... Персик. Прям персик. What happened here? Что здесь случилось? Где гол?
пещеры нас плювали, Голи убежала. Well, at least nothing happened to the rest of you. Хотя бы с вами ничего не случилось. Нет, Ласти. Excuse me, who? Прости, кто? I've never heard the name Ласти before. Besides, I'd remember. Если бы с вами был третий шкет, я бы запомнил. Believe me, you're all here. Поверь, вы все в сборе. Ты и этот крабус. Что? Nah, it doesn't matter. Ладно, проехали. Much more important is where is Goal? In the tunnel back there? Да, в тоннеле? Then she can't be far. Она не могла уйти далеко. Okay, you stay here. Стоп здесь. Не бросай их, не одну. Надо говорить «бросай» через «р». Ну, в самом деле. Надеюсь, никто не сожрет ее. Голи! 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 Стой, не двигайся! I'm coming down to save you. Смотри, мне теперь интересно с этой. Дайте с ней еще поговорю там. Да ладно, я теперь отсюда не могу так выйти просто, да? Окно. Юху! Эй! О, рат! Ну вот здесь никого. В смысле никого? Стоять! Сейчас все сделаем. Я хочу, чтобы они друг другу в глаза посмотрели, засранцы. Оба, как тебе такое? Юху! Руфус? Руфус? What are you doing down что ты there? Делаешь внизу? What do you think? А ты как I'm doing думаешь? All the work. Беру все на себя. Stop, don't make me laugh. Hey, I fought my way через половину штаба Аргоносов. Yeah, and ну и have you been able to stop Argus? I'm working on it. And you? А ты? Have you succeeded in making Goal big again? Hey, I'm almost почти. There. Well, give a holler if да, you need знаете, anything. From you, dream от on. Тебя, мечтай yeah, дальше. Maybe the other way around. Believe what you want. Думай, что хочешь. Что за звук такой был только что? Но предметы все остались у меня. Юху! А? What is it? Are you getting anywhere? Ну что, есть успехи? Yeah, sure. And имеются, you? А у тебя? Все excellent. Отлично. Замечательно. Exactly. Именно. Ну все, блин. Так. Это что? Яйцо утконоса. Водяной утконос найден. Ну-ка, что за водяной утконос? Бонус. Летучий. Водяной. А из него... О, нифига себе, из водяных утконосов делают классные... Почти что унты. Забавно. И сапоги, о-ла-ла. Неплохо, неплохо. Так. Труба. Так. Стоять. Так. Издевательство, а? Я хожу кругами. Бедный утконос. Да ладно, что сразу бедный? It's so exciting right now. Так, ладно, I want to remain within а reach. Я хочу остаться в пределах дистанции. А если... I да, ничего, do this да. Лучше возьму это на себя. Goal should know which Rufus знать, какой Rufus ее спас. Действительно. Я уже запутался, какой из них настоящий Rufus, а? Пипец. Кто из них тот самый Rufus? Ха-ха-ха. Как мне теперь отсюда выбраться, а? Бедный Гоша, ты перутконос куда пустишь? На шляпу? А почему нет? У него классная ковбойская шляпа. У него шляпа Индиана Джонса. Это же Перри! Перутконос! Куда? Не туда. Я что-то не так делаю, наверное, да? Ну я в любом случае теперь отсюда выйти не могу. Подожди, а что этот может мне передать сам? Что еще я могу передать?
It's so exciting right now. О, о, отлично, я в канализацию передал ему все. Не знаю зачем. Не знаю зачем. А, наверное, чтобы вот этому передать все, да? Наверное, да. Не знаю, опять же, зачем. Но зачем-то. Гош, уйди отсюда. Куда тебе уйти? Может, типа, можно наклейку сюда тут сделать, не? Hero inside. Внутри герой. Не кантовать. Оппенбот, forget that's про бочку. Экспресс карго из Элизиума. Recipient will pay shipping. Точно, за счет получателя. This is crazy. On the barrel, it suddenly looks like a предупреждение об опасности. Maybe Bozo isn't as nuts as everybody не так туп, как о нем думают. Все, да? Отлично. Я гений. Наружу из бочки, что? Yuck! О, как склизко. Ugh! What are they transporting? Что такое перевозят? Oppenbot is actually listening to that cowboy dodo crap. And that, in spite of the fact that he must have realized by now that the guy... Ahem. Anybody there? Кто здесь? Спасибо за водичку вам. Я, может, реально деревню взять. Hello! Что, прям понравилось, да, сильно она? What you know? Кто бы мог подумать? Осталась еще одна бочка для отправки на Элизиум. Нужно быстро ее погрузить. Хотя я не вполне понимаю, зачем Бейлифу и Элизиуму нужна полная бочка пиявок. О, пиявки. Гол! No! Гол, нет! Куда ее засосало? Опа! Опа-опа-опа, я кое-что вижу. Стоять вот сюда вот. Потом хоба. All right, hang in there, goalie. It's coming. Я иду. There. Now this must be the last battle. The bailiff will be happy. I had better report. Нужно немедленно ему доложить. Отвратительная гнусь. But it was worth it. I finally made my way to Ascension Customs, and I got rid of that old case of blood poisoning once and for all. So now, my way to the Ascension codes is clear. То смотрю, аж самому хочется. Даже тут же Резик 7 не так сильно хотел сыграть. Ну, я говорю, мне вот седьмая часть очень сильно понравилась. Я с огромным удовольствием ее вот играл. Ну, знаешь, это прям реально какой-то вот опыт совсем другой был игровой. Именно по части Resident Evil. Я балдел от каждой минуты, проведенной в этой игре. Да, было и страшно местами. Ну и просто кайфово в нее играть, этот домик изучать. Мне интересно теперь, как они все-таки этот замок сделали. Ну вот видишь, Даша мне рассказала, что, в принципе, замок заставлен предметами интерьера. Хотя и складывается ощущение, что там раньше жили они сейчас. Вот мне в седьмой части понравилось то, что в домике очень много было разных предметов интерьера. То есть там шкафы, стулья, всякая мебель, прочее. Ну это классно было. Я хотел бы, чтобы то же самое было и в замке. Так, хорошо, я попал сюда. Так, стоять. Да, вот это ведет никуда, да? Кнопка. Опа. Ага, вот кода. Сюда нужно будет ввести коды доступа. Но там еще есть слот для картриджа. В смысле слот для картриджа? Вы что? Вы что? Ой, извиняюсь. Что-то я лишнего хватанул. Так. Ну, развалюха на болоте. Так, ну все равно, знаешь, такой вот. Я не знаю, как вот, насколько замок там круто сделали в восьмой части, но вот дом в седьмой части мне понравился. Вот, не, ну развалюха, да, на болоте, да, вот конкретно второй дом, который мне меньше понравился, да, чем первый. Первый прям крутой был. Спасибо большое. А вот замок прям другое дело. Спасибо, Никит. I'll eat my coat. Я съем свое пальто, если там нет картриджа с кодами доступа. Ой, не говори глупо, пока не перепрыгнешь. I shouldn't do that. Лучше не лезь сюда, пока не знаю комбинацию. Может, это сигнализация?
слушатель. Такой звук, как будто он храпит, что ли, типа спит, диктофон. Аргус из диктофона. Диктофон Аргуса. Let's have a look, так, 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 we? Посмотрим. Memo. Напоминание. Напомнить себе. Картридж в сейфе. Комбинация is... такая. Проще некуда. 4, 4, 7. Неразборчиво. Вот дает. Упс. Surrounded by idiots. All right, it's taken care of. С этим покончено. Так, он сказал 4, 4, 3, 7, да? Теперь надо наступить на лепые тапки и достать картридж. Опа. Теперь я похож на трусливого пижона. Наверное, это часть плана, который, кстати, почти завершен. Мне осталось только изъять картридж из сейфа. Еще бы вспомнить комбинацию. Опенбот! Вызываю. Опенбот, выкройте! Уймитесь, это я, Аргус. Я просто одел подходящий костюм для вторжения на Элизиум. О, тогда все в порядке. Nothing is all right. Ничего не в порядке. Какое может быть вторжение, если кто-то постоянно теряет мои вещи? This time my dictaphone's gone missing. Would you know? Вы ничего об этом не знаете? Well, no. I think I may have to check my memory. Мне придется произвести проверку памяти. Then what are you waiting for? Зачем вы ждете? These annoying slip-ups are jeopardizing our success. Ставит успех под угрозу. Сигнализация выключена. Письменный стол. Tidy people. Аккуратным людям просто лень искать свои вещи. Never. Ни за что. Потому что может открыть сейф, и все будет потеряно. Никакого эффекта. Наверное, потому что сирена уже выключена. Опа. Играем в кошки-мышки за стол, окно. What was that? Что это было? Better. Вот так-то лучше. Что это было? Вот так-то лучше. Tidy people. Focus, Rufus. Соберись, this Rufus. Isn't the time for Сейчас не время для шалостей. А жаль. Ладно, думаем дальше. What was that? Что это было? Better. Focus, Rufus. Соберись, this Rufus. Isn't the time. Опять нужно между ними что ли переключаться походу? Я думаю, что пропустить. А, ну все, да, у меня его просто закрывают. Здорово. А тут тоже ничего нового, да? Seagull is expecting, but I. А, копилку все, я же отдал то, все, у меня вообще теперь ничего не осталось. What? She won't. She never did. Так, ну ладно, допустим, теперь все у меня осталось. Ну это опять, да ничего, блин. Да. Ну больше мне здесь ничего нет, ну-ка. Понятно. А это что, назад? Так. Запись. Прежде чем я удалю запись, нужно запомнить комбинацию. Картридж в сейфе. The combination комбинация is... такая. Huh? What was that? Что это было? Anybody here? Кто здесь? I'm here, sir. Я I'm здесь, not talking я to не you, вас спрашиваю, Puppy Бармот. But there is nobody else. Здесь больше никого нет. Less contradicting, меньше more возражений, computing. Больше Speaking вычислений. Which, кстати говоря, how far сколько along данных is your уже проверили? Now you've got me confused. I'll have to start again. Заново. Then get on with it. Да, побыстрее. That was a close провал one. Был близок. Be more careful. Да, будь осторожнее. Понятно. No, I guess it doesn't со скрытой крышкой прибор не работает. Open. Картридж, крышка.
картридж забрал. Крышку закрыл. Ничего. А что еще ждать, если нет картриджа? Прежде чем я нужно заполнить комбинацию. Хорошо. Так. Нет, даже пробовать не стану. Он уже что-то подозревает. Так. What was that? Блин, заколебал он уже. Заколебал. Ну, труп закричать как опоссум. Здесь он сразу же меня услышит, да? Фу эффекта. Tidy peep. Назад. Назад. I better not. He's already. I better not. He's. У меня акции не пошли, что нет, да? Вот так вот. Теперь у меня два разных предмета, да? Мне кажется, диктофон. Опа! Хе-хе-хе-хе. Я понял. Диктофон должен лежать прямо за вами, на столе. Вы ржавоголовый тупица. Я знаю, что он должен быть там. Вы действительно думаете, что я клянусь баскетбатной улице? Мало-помалу я схожу с ума. Неужели я заразился от этого Руфуса? Вы свободны, Оттенбот. Спасибо, сэр. Да, а сейчас... Nothing. Ничего. Don't tell me you're не притворяйся, что ты опять сломался, мерзкий кусок хлама. Hello? 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 Talk to me. Ответь мне. Ты слышишь? Отвечать. Hello? Talk to me. Письмо 100, Ларгус. Do you hear? Talk to me. Есть ли человек, который в этом наряде выглядит еще тупее? Картридж в сейфе, код. The cartridge is in the safe. Я the идиот. Combination is IMNEDOT. What nonsense? Что за вариант? My safe has a numerical code. Did I say IMNEDOT? Correction. Поправка. Код карты, ну вот 4437. Вопорофу самый ловкий пройдоха. The cartridge is in the safe. The combination is 4437. Last. Чёрт, I knew there was так a 7 знал, in there. Семерка. He's got a little surprise coming. Там правильный код. What? Что за? Is everything in here? Всё в порядке, baby? Does it sound like everything all right, порядка, switch off that blasted alarm. Switch off that blasted alarm. Now! But are you quite sure? Offenbach! Offenbach! Alright, alright. Ладно, ладно. Which button is the correct сирена? Could it be this one? Может это? No. Нет. That one? Или это? No. Oops. Нет. Ой. Конечно, в таком шуме я не могу сосредоточиться. Сейчас быстренько еще раз проверим. Так. Картридж в сейфе. The combination is... Нация такая. Did you say something, Бэйли? Бэйли, сказали? What? Что? Ничего. Rats. I can't listen to the message. Я не могу послушать сообщение, пока он оттирается у стола. Подожди, я могу... А если я дальше пойду? Здесь нормально будет. Картридж в сейфе. Комбинация 4473. Ага, да, 4473. Just как день рождения год. No, wait, wasn't нет, нет, там было 4437. Или 4347. Yeah, какая разница? As long as it's easy главное, что легко запомнить. 4-4 и что-то еще. Something. It's similar. То есть, как день рождения год. I feel an idea. У меня рождается идея.
сейфе код 4437. На каждый наложил лапу Руфу. Самый ловкий пройдоха. Карточный сейф. The cartridge is in the possession of Rufus. Лапу Руфу. Самый ловкий пройдоха. Как смешно. Darn it. Провалился на все. Ничего не добьюсь. Лучше попробую другой подход. Картридж не в сейфе, он завалился за стол. The cartridge is not in the safe. It fell behind the desk. I may be onto something. Yeah, but they would notice me. Да, это засечь. Почти его жалко. А куда там будем team. Просто принескать свои вещи? Откуда? Опа. Oh, that must have been the right button. Правильная кнопка. It worked. Получилось, Бейлиф. Excellent. Отлично. Сэр, могу вас спросить, как вышло это недоразумение? Хотел бы я знать. Я уверен, что ввел комбинацию верно, согласно записи диктофона. А теперь надо убираться. I'm out of here. Быстрее. Если в данный момент я вам не требую свои услуги, так, вперед, вы свободны. Картридж в сейфе нет. Он упал за стол. Yes, wouldn't be the first time. Да, это уже не первый раз, но right нужно проверить. Not with Argus there. Не так давно здесь шарил Аргуса. Что? Пошел в жопу. Он не должен... Он уже... Подожди, он же код не знает, да? Оба. That must be Cletus. How did he manage to escape every time? Реально. А с ним можно как-то поговорить, нет? That must be Cletus. How did he? Нет, нельзя. И с Аргусом нельзя. Отлично, ладно. Так, а это выход правильно наружу. Да? I'll eat my coat. Я съем свой пальто, да. Так. Now, what was that? Так, какой там код? Я иди... Нет, 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 не то. Wait, darn it. Проклятие. Дурак, что ли, блин, а? How can I work with как можно работать в таком шуме? Оппенбот. Сейчас их, походу, обоих повяжут тут. И Клитус, и Ярус. Почему эта чертовая сирена снова орёт? Я не знаю, Бейлис. So what are you waiting for? Да чего же вы ждёте? Выключите её. One more try. Следующий попытка. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Это отражение гол. 4-4. 7-3. 3. Не то. Not Gold's birthday. Рождение гол. Right. That wasn't Gold's birthday anyway. Все равно был день ее рождения. Может, что я никак не запомню, когда у него день рождения. Ты код доступа, наконец-то. Валим отсюда. Уф. Смотри, еще один засланец. Взять его. Ой-ой. Спрячься. Руфус, спрячься. Where did he go? Куда он скрылся? Куда кто скрылся? Я только что взял диверсант. Опачки. Wait a moment. Минутку, там кто-то есть. You, come out of there at once. Выходи оттуда. Better move on. Лежай, тебе тебе помочь. That interior decorator. За ним интерьер надо гнать шею. Походи, я сказал. I wouldn't let go of him. Ты расстанешься ни за что на свете. Come out of there at once. Better move on, or shall I make... Добавить их, хватайте их. О, тут еще один, блин, а? Бейлиф? Это вы? Of course it... Конечно, я. Of course it's me. Mind your own business, man. Займись своим делом, боец. Your colleague needs help. Помоги своему напарнику поймать нарушителя. Very well, Бейлиф. Есть, Бейлиф. Подожди, а как я... Как он переоделся? Для меня это сейчас откровение. That's it. Time's up. Ага, ну yes, все, время вышло. Погадайте, что это значит, Руфус. Just a second.
Подожди. Другие двое. Что за? Ouch. Ай. Is this a bad time to drop in? Напротив. We were just about to aim the cannon so we can blow Elysium out of the sky once and for all. Say what? Что, прости? Did you mess this up? Это вы все испортили? Наоборот. Alter ego. Второе я. I explained to him that it isn't necessary because you can save gold. Ты можешь спасти gold, да? Считай, что все уже сделано. Вперед. I'm sure this is going to be an absolute high honor. You bet it is. Не сомневайся. Watch closely. Смотри внимательно. Так. Опа. Расти, гол, расти. Что? But... Но... Скажите их косы. Отпилите им ступни. No, нет, не может быть. This is Donna. Это Донна. I can see it's Donna. Я сам вижу, что Where's это Донна. Goal? А где гол? Well, I don't have it. Я без понятия. And why does Donna have почему у Донна цветалась как у гол? Hermes. Кермес. Браво. That was even funnier than I expected. Может, смешнее, чем я ожидал. We have a paradise to shoot out of the sky. Рай с неба. No, stop! Нет, стоп! It's too late, Rufus. Слишком you поздно, had your Рофус. Chance, у тебя был шанс, and you screwed up yet again. Go ahead, Doc. Aim that cannon. Doc. Навести I'm орудие. Sorry, Rufus. Прости, Руфус. We don't have a choice. У нас нет None выбора. Of us wanna die. Никому But из нас не хочется умирать. Но Open довольно. The door. Открыть орудийные ворота. Ох, ё-моё. Good. Очень хорошо. Is the loading chamber closed? Камера боеприпасов закрыта? Oops, that almost went terribly wrong. Что это случилось страшное? Stop! Stop! Стойте, stop! Стойте, серьезно, you really can't делать. Do that! Is there no one here on my Неужели никто меня не поддержит? Why are you looking at me? Что ты Why на меня уставился? А с чего тебя поддерживать? Ты уже доказал всем, и весьма убедительно, что другого no выхода нет. But there is! The Но third Rufus can still save Третий the day. Рофус может спасти положение. Третий Рофус, спасая положение. Как он переоделся, мне интересно, а? Откуда он взял еще одну одежду? Он там когда спрятался, что ли, получается, справа? Я просто не обратил внимания. Опа, 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 пошли. Hold your horses! Придержи коней! Are you really going ты правда решил смотаться без гол? Гол is safe! You don't have your facts straight! Вижу, ты не в курсе последних событий. Приведите девчонку. Go! Что? Go? You're back to being yourself. Ты снова стала прежней. But how did you get here? Ну, как ты здесь оказалась? Where's the other Rufus? Где другой Руфус? I have no idea what you're talking about. Не понимаю, о чем ты. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Who cares what's going on in that convoluted brain of his? Goal was never dead. Goal не умирала. There was actually an accident with a defective interrogation robot. But of course, we were able to save her. We threw the robot overboard. And that other woman, that's Donna. But Hermes. And now that everything is settled, hand over the ascension. Codes, or your girlfriend will really be thrown from the tower. Oh, crap! Her dead body was thrown from the cruiser, along with me! You appear to be suffering from hallucinations. And I mean now! Listen to me, will ya? I know that the third Rufus is still out there. So what? It can be fixed. You always say that. In your whole life, you never fix anything. Face it, will you? Пойми, наконец, he's going to fail as well. Он тоже облажается, like так же, как и so ты. Apologize. А теперь проси прощения, и тогда мы, наконец, продолжим. Извинения? Apologize for what? За что? Do you really ты действительно not know? Не знаешь? Do you have no idea не понимаешь, what you что творишь со своими друзьями? Again and again снова и and снова again? И снова? Is this really necessary а now? Без этого? I think we have more У нас и без того куча важных дел. No, no, нет, no. Нет. He needs to learn Он должен his усвоить lesson. Урок. So, так что, Руфус, мы ждем. Ты всего лишь пытаешься унизить меня. To humiliate me. Don't try to wriggle out of this. It's time that you took responsibility for your actions. So, начинай. Do it. We're waiting. Мы ждем. Все это случилось потому, что ты меня плохо воспитал. All of this happened because of the way you raised me.
There you go again, passing the blade. You are completely and utterly unable to learn anything at all. You will always be the same loser that you were as a child. Loser child. I'm not a loser. And I'm perfectly capable of learning. Prove it then. Go ahead. Apologize. We're waiting. Мы ждем. Я только I хотел помочь. Wanted to help. Don't give me that. Отговорки мне не нужны. You only wanted Ты хотел to помочь yourself. Только самому себе. I founded the resistance Я основал сопротивление, for one если кто забыл. And I'm perfectly capable Я очень способен of learning. No, you didn't. Не так все you было. Just used them Ты лишь пытался впечатлить Гол, чтобы so она взяла тебя с собой на Элизиум. And not even now, и даже сейчас, after когда ты ее уничтожил, ты не можешь признать свой провал. Япония взорвется, а ты так и не поймешь, сколько страданий всем причинил. Что ты на него так насилил? Он не виноват, что органонцы хотят взорвать Японию. Может и нет, но для него важнее гнуть свою линию, чем спасти планету от уничтожения. That's not true at all. Все совсем не Prove так. It, then. Докажи. Go ahead. Вперед. Apologize. Я ни за что не буду извиняться. I am definitely not going to apologize. Oh yes, you are. Еще как будешь. I will drag you by the ears if I have to. Do you really have to lay into it like that? Такое обращение? We all saw it. Мы все видели. Он напортачил. Но зачем теперь его так мучить? I want to hear it. Я хочу услышать это от него. Go ahead, Rufus. Давай, Рупус. Apologize. We're waiting. Ладно, значит, so we wait. The third Rufus can still turn the tide. And once he succeeded, you can apologize to me. You sickening son of a... Hey! Seagull, what are you doing? Что ты делаешь? This is really going too far. Put down the weapon. Опусти оружие. Yes. Да. Wouldn't he like Он только об этом и мечтает. Меня достало, что этот мерзавец водит меня за нос. Я требую извинения. Немедленно. Громко и четко. Я сказал немедленно. Он перевозбудился. Сделайте что-нибудь. Ладно. Нет, он во всем виноват. It was all his fault. What? That's Что? Not true. Но это It's неправда. His fault. Это его вина. It's your fault. Ты в три раза больше виноват. More. И no на этом точка. Hey, no Эй, это нечестно. Честно. Silence. Молчать. Will you apologize Извинись, already? Both of you. Мой палец может соскользнуть. Давай, yeah, застрели меня. Go ahead and shoot me. Then everybody will see who the real asshole is here. You would rather die than Ты скорее умрешь, чем признаешься, да? Wish. Как хочешь. Давай уже. Just Извинись. Apologize. Он перевозбудился. Сделайте что-нибудь. He's gone off the deep end. Somebody do something. What can we do? А что мы сможем He's сделать? Got a weapon. У него оружие. Давай, Руфус. Why don't you apologize? Почему бы не извиниться? So we can get this over Давай просто with. Покончим с этим. Ладно, ладно, all я right, извиняюсь. All right. I apologize. What? Что? Why would you do that? Почему ты это сделал? Поверь мне, мы должны извиниться. You got something in your eye. Тебе в глаз что-то попало? Вы двое уже начинаете выводить меня из себя. With me too? Я But тоже? Why? Но почему? He's the one to blame for это everything. Он на всем виноват. He's got Gold's fate То, что случилось с Гоу, на его совести. Yeah. Yeah. Ага, And точно. Much more than И к тому же... He's responsible for the melting of the polar его растаяли полярные льды. He's responsible for the melting of the polar ice caps. Так. He stole everything that wasn't nailed down. Он украл все, что не было приколочено. He's gone off the deep end. Somebody do something. Он скрылся из знакомых людей. He assassinated the president. Он убил Джона Ф. Кеннеди. He's gone off the deep end. He's got a weapon. Он украл все, что не было приколочено, да. He's responsible for the melting of the polar ice caps. What's going on here? Что происходит? He's responsible for the melting of the polar ice caps. Because countless fires and explosions. He's responsible for the melting of the polar ice caps. She's on seagulls. He turned baby dolphins into canned tuna. He's gone off the deep end. Somebody do something. Come on, Rufus. Why don't he insulted complete strangers? Seagull is expecting me to do something, but I'm not. He turned baby dolphins into canned tuna. You aren't. Нет, не проси. He insulted complete strangers. Ладно, не прошу. He's responsible for the melting of the polar ice cap. That's exactly what I'm talking about. He's always causing trouble. От него одни проблемы. He caused countless fires and explosions. Don't tell me. Только не говори мне. He destroyed Bozo's cutter. It's so exciting right now. Что-то напряженное. He drugged him. It's so exciting right now. Ну и наркомания, да. He insulted complete strangers. Seagull is expecting He assassinated the president.
Так, ну, I said hands off. Сказал, убери руки. You see? Видите? He stole everything that wasn't nailed down. I can't expect anything. I'm on my own. Все лежит на мне. He humiliated Wenzel. Что он сделался над Wenzel? He destroyed Bozo's cutter. Катер Bozo. But I'm not. He humiliated Wenzel. He caused countless fires and explosions. Так. It's so He humiliated okay. Wenzel. Антон, прошу прощения. Нет, не проси. He humiliated Wenzel. He turned baby dolphins into canned tuna. And yes, it's his fault that... Да, это он виноват, что... That's enough! Довольно! Mom died. Что мама умерла. Нет! Нет! Воу, у него, кстати, не только жопа хорошая. Побежим! Мне кажется, еще и грудь-то неплохая, вы видели, а? Оля-ля. So, what's it going to be? Will you give me the code или нет? Don't give them to him! Не давай ему коды. He'll have you tossed from the tower. Он после тебя с крыши. One of us has to make it to Elysium. I can't be responsible for your death again. За что? Тогда у меня на совести снова будет твоя смерть. Последний раз мне это очень не понравилось. Что ты такое говоришь? Are you going to do it? Мы закончим сегодня или нет? Я могу уже давно сделать тебе копию картриджа. What? Ты серьезно думал, что я не сохранил эти данные? Это называется резервное копирование. Чтоб ты знал. Что ж, я давно спрашивал себя, какой станет твоя последняя роковая. Роковая ошибка, Руфус. Mistake, Rufus. I think I know now. Кажется, теперь я это знаю. Опенбот. Throw the woman from the tower. But less contradicting. Меньше слов, больше падающих женщин. Нет. No! He didn't really do that. Что он творит? He'll pay for this. Он за все заплатит. Stop! Stop! Стоп! Grab him! Стоять, взять его! Вот так, я вот это я понимаю, а. Хватай ее. Так. Ну, F-чка, да. Ах ты как говнюк, а. Оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой. Сюрприз. Хотел от меня сбежать? What for? Зачем? Чего ты хотел добиться? No idea. Не знаю. Выиграть time, время? Time, время для чего? Well, I'm sure the third я уверен, что у третьего Руфуса есть план. You're acting like a baby. Ты как маленький. Just face it. Смирись, Руфус. Третий тоже все провалил. Руфус номер 3 screwed it up. And so did you. Я не веду себя как ребенок. I'm not acting like a baby. Oh, yes, you are. О, вот и да. А вот и нет. Oh, yes, you are. А вот и да. No, I'm not. Oh, yes, you are. No, I'm not. Oh, yes, you are. Ты за такой трофей есть, нет? No, I'm not. Oh, yes, you are. Ну ладно, мне буду проверять уже. Rufus number 3 didn't screw it up. День-день. Huh? What's that? Что oh, my это? Baby phone's ringing. Радио няня звонит. Yeah, hello. Да, hello. I screwed up! Я облажался! Oh, I see. Ясно. Right, thanks. Спасибо. А вот и нет. That was Rufus. Звонил Руфус, говорит, что облажался. What do you know? Ну надо же. Подальше отсюда. Блин, бедняга, смотрите на этого Руфуса. Его ж прошило насквозь. Here we go. Не умирай. Только hey, не умирай. Hey, what's the big idea? Погнали. Эй, что за что за хорошая идея? Опа, рана. Блин, нет. Darn it, this hurts. Блин, больно же. I told you, I'm я рассказал, я веду. А теперь схватываемся. Смываемся. Это чтоб он типа мне не помешал? I told you, and now. Забавно. Погнали. Я спикюрил, может, случайно поранил. Может, повезло сыграть сегодня? Что-то нет. А я что-то поздно, правда, собираешься в Альгалу играть. Драгенгоу, ты здесь еще? Come on, don't make yourself so heavy. Не мучай себя. У нас еще остались дела. I'm afraid you'll have to do it without me. Боюсь, тебе придется доделать без меня. Я не могу присутствовать. What are you talking about? Что ты там бормочешь? Конечно, сможешь. No, sorry. Нет, извини. He hit me pretty badly все-таки after all. Он меня прострелил. You're on your own again now. Ты снова Promise сам по себе. That you'll save goal, обещаю, что спасешь Гоу. And that you'll make it to Elysium. И обещай добраться на Элизиум. Сделай это. Do it for me. Сделай это ради меня. Держись, ты Hang справишься. You can make it. No,
It's too late. Слишком поздно. So dark. You need to stay awake. Do you hear me? Don't give up now. Только не сдавайся. I'll be all right. Just as long as they don't make me repair junk presses on the other side. Значит, сегодня сначала поделаем пыль, а потом посмотрим. А, понятно. Я думал только сейчас. Нет. Дроденкова, ты еще долго до конца? Приблизительно, если по времени сможешь рассчитать, было бы неплохо. Не оставляй меня. You'll manage without me. Ты без меня You've справишься. Ты всегда из всего добивался сам. Все равно было бы неловко делить anyway. Лавры. Я не справлюсь без тебя. I can't go on without you. Oh, yes, you can. Еще как справишься. И в глубине души ты это понимаешь. Я... I believe in you. Я в тебя верю. Я люблю тебя. I love you. Я знаю. Я же такой классный. Здорово, Прогеймер. Как ты? Как твои дела? Прощай, Руфус. Руфус! Руфус! Ты скоро закончишь? Не хочу показаться бесчувственной, но у нас остается несколько огромных... Упс. Заболел? Привет, киберспортсмен. Приветствую, Пепперони. Ха, видимо, вот и все, да. В конце концов, тебе удалось всех угробить. Пушка была нашей последней надеждой, и теперь она заткнута. Мы все умрем. И в этом виноват ты. Большое спасибо, Руфус. Прекрати. Вам всем должно быть стыдно. Вы серьезно хотите свалить вину на Руфуса? Где бы вы сейчас были, если бы не он? Скорее всего, дома, в Кувайке или на плавучем черном рынке. Все занимались бы своими делами. Вы бы даже головы не подняли, когда бомбардировщики начали бы атаку. Это он привел вас сюда. Он сражался за вас и за вашу планету. Несмотря на вашу ненависть. У него было много шансов улететь на Элизиум со мной. Но он этого не сделал. Потому что отказался жертвовать Депонии ради собственного блага. А теперь он делает то же ради Элизиума. А вы проклинаете его? Гол? О, Гол! Ты жива! С тобой все в порядке. И ты жива! Но... Сколько вопросов, и ни одного ответа. But why? Как? Where have you been? Где ты была? It's a long story. Долго объяснять. Но в конце концов, Аргус бросил меня с верхней подъемной станции. А Руфус, один из Руфусов, прыгнул за мной. И поймал меня перед тем, как я ударился о землю. А потом он потерял управление летучим роботом. И разбился. К счастью, я мягко приземлилась на ларек с лавашами. Можно тебя прервать? Какая у нее жопа? Посмотрите на ее задницу. Посмотрите на счастливое воссоединение. Привет, Гол. Тони. Мы все равно погибнем. Забыла. Оставь их, Тони. Это не имеет значения. Мы больше ничего не можем сделать. Я отказываюсь это верить. Должен быть какой-то способ. Ну прям жопка, вот, кстати, вот прям рядом. А что вы на меня смотрите? Я надеялся на пушку. Думаете, я бы стал связываться с пушкой, если бы были другие методы? Если вам нужен план, нужно спросить Руфуса. Ты это серьезно? Прощай, жестокий мир. О, Док. О, Док, я не знаю. Последнее время у меня было столько неудач. Конечно, у Руфуса есть план. Что? У меня есть что-то? План. Что же еще? Блестящий, гениальный, супер-дупер план. Лучший из всех. И начинается на букву P, да? P? Привет! Попка! Попка! Точно, попка! Попка! Извиняюсь, да. Помнишь меня? Помнишь тебя? Час, может, меньше. Блин, а я, ну, Дринго, это не так, как в прошлый раз получалось, когда там, ну, дофига еще было. То уж как бы сейчас либо закончим, ну, просто уже, считай, 2 часа отстримили, я думаю, это либо вот сейчас уже заканчивать и оставить на следующий стрим еще. Так. Как же ты заболел так, Прогеймер? Рассказывай, что случилось-то у тебя? Я долго был здесь, или кто с чата помнит меня? Да все тебя помнят, Питер, с третьим уровнем у тебя. Да как тебя забыть и любитель назвать гением без ни? Да-да. Ты оставил свой след в сердце нашего Дискорда. Пэ, поцелуй! Она верит, что я что-нибудь придумаю. Я не могу ее разочаровать. Целуй ее. Давай, Руфус. Ты что-нибудь придумаешь. Я в тебя верю.
Так, давайте сохранимся на всякий пожарный, на новый слот какой-нибудь. Это что у нас там где было? Ну, отсюда непонятно, кстати. Ну, давай здесь. Или нет, подожди. Вот здесь вот. Что так будет? Нет, он не так это написал, Дронингово. Ты что такое пишешь? Прям пупил, что ли, там? Поза. Do you maybe have an idea? Less, no. Well, think about it. What would I usually do in this situation? I don't know. Я не знаю. Start a fire? That seems a bit pointless to me. По-моему, сейчас от этого не будет толку. Просто в голову пришло. Don't you have an idea? Может, ты or two? I've tried. Нет, Руфус, мне жаль. I'm sorry. You were right. The plan to shoot the Legion out of the sky was sheer madness. Anyway, ну, орудие сейчас все равно, оно похоже на танком. But you've got to think of something. You're the real tinkerer here. You're wrong, Руфус. Ошибаешься, Руфус. Возможно, я более аккуратный, точный, надежный. Более умелый. Возможно, я гораздо умнее тебя. Но сейчас не время для разумных мер. Если бывает момент для безрассудных, отчаянных поступков, то сейчас именно он. He's right, Руфус. Он прав, Руфус. Ты сможешь. Only a madman can save us now, and that's where you come in. Дело за тобой. Exactly. Точно. What we need now isn't just another crazy Rufus maneuver. We need the most absurd plan you have ever hatched. No more and no less than the ultimate maneuver. Маневр века. Хоба, Никита такой, опа. She doesn't have a plan. У нее тоже нет плана, никогда и не было. Пульсирующий рагу! Ходят тут всякие химии, обзывают вообще. Пульсирующий рагу! Кошмар. She doesn't have a plan. Так. Что не поговорить? Ручка? Где-то в этой ручке прячется новый план и ждет, когда его выпустят на бумагу. Остается только его извлечь. Бери ручку. План. Здесь не хватает плана. Эй, а Стони, поговори еще. Она спасла мою жизнь. Я знал, что она еще питает ко мне чувства. Знаешь, классно, что ты меня спасла. Прошу, не напоминай об этом. Think of something else. Лучше придумай что-нибудь поскорее. You're usually overflowing with ideas. Обычно тебя так разбирает идеями. Вот покажи, что ты способен. Ладно. Думаю. Думай, Руфус. Думай. Все на него смотрят. Так. Что ты там нарисовал? Судя по взглядам, что-то не очень хорошее. Why not? You never know what почему бы нет? Не должно было быть этим планом. Куда опять пропали... Блин, субтитры. В третьей части субтитры как-то очень... А твои мы никому не очень не стали, да. Парик слегка обгорел, ну и что? Кажется, что хотя бы костюм уцелел при падении опенбута. О, да, ура. Так мне удалось снимать тряпки собственного трупа. Я едва сдерживаюсь, чтобы не запрыгать от радости. Тебе не кажется, что сейчас не время превращаться в идиота? It's all right. Все нормально. Как по мне, мы можем отчаливать. Тогда вперед на Элизиум. She doesn't seem nervous at all. Not that there'd be any reason to be nervous. Good luck, Rufus. Hey, this has nothing to do with luck. My plan is 100% based on the laws of circumstantial pressure and lack of alternatives. Кнопка двери. A little air, at last. Хоть немного воздуха. Move over a bit. Немного подвинуться. Рука. Shut up, that guy. А ну тихо там. Rufus needs to concentrate. Собраться. Ха-ха, типа нюансы. Что? Надеюсь, нас никто не остановит. Can you check whether anyone's standing on the cable? Not me. Me either. It must be you.
Наверное, опять ты, Волк. Перебей, женщина. Может, ты, Волк? Не знаю. Я вообще не чувствую ног. Кажется, это я. Это не кабель. Барри! Сори, я нашел проблему. Нужно только как-то поднять этот мешок с песком. Это я. Сейчас должно сработать. Спасибо. Good luck, Doofus. Hey, my... This is it. Ну все. Погнали. Всех проверили. Интересно, субтитры сейчас будут, нет? The final maneuver proved as a move no more nuts as any other plan there was at hand. A perfect occasion for a contemplation of all the events and the writer's intent. It may seem safe to say that Rufus's way for saving the day is a little snafu. But when shit hits the fan, it's when a decent man's plan put in a deeper as ever a diver with a scuba doo. Was a scuba doo. Да-да-да, я у вас как гром. Думай, как правильно сделать. Но мы справились, слушай. Хуза, да. Что мне в первый раз захочется поставить? Нельзя было припарковаться в тени? В следующий раз, так сказать, не за руль. А я напьюсь, да. Интересно, почему до сих пор не врубили сирену? Да, кажется, они нас игнорируют. Используй это. Если я не вернусь через 10 минут, подожди еще 10. I'm finally on my way to Elysium. Together with gold. Somehow, this isn't quite how I'd imagined the journey. What about drinks and light refreshments? They won't let me through. Yeah, too bad. You better turn back then. We were willing to try. That's what counts. Ну чего, как думаете, может на этом тогда закончим, а потом продолжим уже, если Dragon Go говорит, что где-то еще час остался. Думаю, реально можно просто здесь закончить, сохраниться и потом в следующий стрим уже добить третью Дипонию. Так что уже 2 часа постримили. Вот. И что-то, видишь, опять сегодня никого нет практически. Дипония что-то не особо заходит, походу. Людям. Ты что, как сейчас? Будешь запускаться или просто поиграть будешь без стрима? Так, сохранимся. Я чуть позже, ну тогда сейчас на какой-нибудь самом что там, кого можно зарейдить, хотя тоже рейдить-то особо неким. Так. Здесь как раз сохраняемся. Переписать, да. Все, сохранились. Дринго больше не говорит, у него у тебя было мут на 10 секунд. Так. Там кто там? Ни хрена бы, сколько сейчас людей стримит, а? Да пошли к Риверии, пойдем на обсервер. Он сейчас стримит. Он тоже, мне кажется, давно уже не рейдили. Сейчас заглянем к нему на огонек. Хоть нас мало, но что такого. Даже да, ребятки, спасибо большое, что были сегодня на стриме. Сегодня такой получился коротенький стрим. Сегодня не особо с вами много, но тоже все равно. Тоже приятно. Вот, насчет завтрашнего дня пока не знаю, посмотрю по состоянию, по делам, по планам. Ну так, в понедельник мы с вами точно встретимся. Ну, если что, в крайнем случае напишу в Дискорде вам. Главное, что баги с вами больше не поймали в игре. Так, Риверия... Так, а что он пропал? Вот он. Начать рейдос. Такую дачу сегодня прям с Японии вообще. Людей толком нет.